прошлый раз этот остров нас лелеял. Сейчас немножко нас, так сказать, выветривает, показывает норов. Тем не менее, мы нашли выход. С этой ветреной стороны ушли в чертогладь. То есть спустились ниже самого скальника. Стена леса нас закрывает. На той стороне вообще нет ни ветерка, ничего. А здесь создается такое впечатление, что уровень воды даже поднялся. За счет того, что воду, как он входит оттуда, суровые красоты Карелии, небо свинцовое, вода еще более свинцовая, и мой друг, любимое нашим сердцем Карелия, которую мы любим в такую погоду. Мой друг никогда не грустит и пьет эту ночь вместе со мной.